Уральская столица заканчивает подготовку к чемпионату мира по футболу. В городе заработала единая диспетчерская служба. Туда будет стекаться вся информация о событиях, происшествиях и проблемах. Будь то ограбление, концерт или коммунальная авария. Как рассказали в мэрии, новый центр объединил все экстренные службы города. Он будет отвечать за вопросы, находящиеся в ведении полицейских, пожарных, газовщиков и коммунальщиков. Жалобы можно оставлять по номеру 112. Кроме того, сюда будет поступать информация с датчиков, установленных на коммунальной технике, в машинах скорой помощи и общественном транспорте, а также с 1500 камер видеонаблюдения. Объединенная диспетчерская служба может работать в трех режимах – повседневном, чрезвычайном и событийном. Последние включат уже в июне, в дни чемпионата мира по футболу. Часть оборудования новая была приобретена. Что-то еще идет и до середины мая будет поставлено и смонтировано. К чемпионату мира практически полностью оборудование должно быть установлено. И работа должна проводиться круглосуточно в течение всего года.